Девчонки, всем привет! Рада вас приветствовать снова на моем канале. Сегодня я с вами хочу поговорить на такую тему, как лечение и восстановление своих натуральных ногтей, как о них заботиться и поделиться своим личным опытом, что делала я. Моя предыстория, я где-то 5-6 лет ходила с нарощенными ногтями, если даже, пожалуй, не больше. И я боялась их снять, потому что понимала, в каком они будут состоянии, как трудно их будет восстановить. И я думала, вообще получится ли у меня это сделать, потому что ногти очень ослаблены, очень мягкие. Я просто представляла, как они выглядят после наращивания. Все-таки я решилась это сделать, сняла, и о ужас! У меня не то, что не было ногтей, они были настолько тоненькие, мне казалось, что это не ногти, а просто, знаете, какая-то шкурка будто просто. И с чего же я начала? Скажу сразу, я в какой-то степени лентяй, я, к сожалению, не делала различных ванночек для ногтей, как делают многие, солевых, или там не втирала лимон, не мазала йодом и так далее, огромное множество народных средств, но я этим всем не пользовалась. Я в первую очередь пошла в аптеку и купила средство от умной эмали. Вот такое вот, называется укрепитель ногтей, улучшенная форма. Я до этого, когда у меня еще не были нарощенные ногти, много лет назад, пользовалась тоже умной эмалью, другими средствами. Но сравнив именно вот это средство с умной эмалью 3 в 1, с другими укрепляющими, могу сказать, оно намного лучше. Здесь гарантируют быстрый рост ногтей за 14 дней. Мне безумно понравилось это средство. Оно было первым моим спасателем, действительно, на самом деле. Что я делала? Я покрывала ногти много-много слоев. То есть, к примеру, я нанесла 2 слоя. Я через пару часиков наносила еще 2 слоя. И вот так вот я неделю наносила умную эмаль каждый день по слоев, наверное, 10, если не больше, пока у меня уже через неделю не была, знаете, вот такая вот горка просто, как будто бы это неаккуратно нарощенные ногти. Выглядело действительно именно так. Я не могла с помощью ватки и средства для удаления лака это все убрать. Я просто так вот поддевала, и оно так вот снималось, знаете. Но эффект был потрясающий. Пользовалась я им где-то 2 или 3 недели. Потом у меня ногти чуть-чуть восстановились уже, и я смогла себе позволить цветные лаки. Но мне нужно было их восстанавливать дальше, и я увидела такие замечательные лаки. Огромный ассортимент цветов, от умной эмали тоже. Цветные лаки. Тоже укрепление, восстановление. Мне безумно они понравились, я ими пользовалась, они у меня вот эти 2 вообще кончились, этот я второй раз покупала. Действительно хорошие лаки. Дальше я увидела еще одну серию в аптеке таких вот укрепляющих ногтей, лаков, простите, 3 в 1, профессиональный укрепляющий лак для ногтей, 3 в 1. Это у нас O'Nail. Это 25 номер, это 2 номер, здесь стерлось, это был 13 номер. Этот у меня тоже 2 раза аж закончился, мне он очень понравился, этот цвет. И вот этими лаками я пользовалась около 2 месяцев. И у меня отросли уже свои ногти, я была очень довольна, просто счастлива, когда увидела, что у меня ногти. У меня были очень длинные ногти, я буквально вот несколько дней назад их срезала. Я решила выйти обратно в форму квадрат. Сейчас они у меня немножечко, конечно, по форме небрежно выглядят. Но что делать? Хочется квадрат. У меня была зауженная очень форма ногтей. Еще хочу сказать по поводу тоже средства от умной эмали, которыми пользуюсь я, бриллиантовая основа. Для чего вообще нужна основа под лак? Чтобы ваши ногти, они не портились, чтобы вы их защищаете от обычного лака, во-первых, конечно, в первую очередь, делаете ногти более здоровыми,
не будет появляться у вас желтизна на ногтях, как часто бывает от лака, и просто даже обычное удаление лака будет более приятным, потому что на ногте, как иногда бывает от лаков, не будет оставаться никакого цвета. Скажу честно, не всегда пользуюсь, часто забываю, наношу сразу лак, за что себя порой ругаю. Такое вот средство — суперзащитное покрытие для ногтей, для того, чтобы ваш маникюр держался как можно дольше. Им сейчас я практически не пользуюсь, потому что мне больше нравится эффект мокрых ногтей, тоже от умной эмали. Мне нравится то, что он придает очень хороший блеск любому лаку и тоже защищает лак в том плане, то, что вы сможете, ну, где-то я бывает и неделю могу ходить с одним лаком. Вот такое вот небольшое было мое видео о том, что я делала со своими ногтями, чтобы их восстановить. Надеюсь, какие-то советы вам помогут. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Пока-пока, всего хорошего!